Доброта – это просто, уверены малыши и воспитатели детского сада Любознайки. Поэтому и веселый праздник для воспитанников Центра содействия семейному устройству номер 2 посвятили этой нехитрой, но непростой истине. Суть этой акции – научить дошкольников быть добрыми, побольше делать добрых дел. И также наших родителей, которые часто приходят хмурыми в детский сад, чтобы тоже они умели нести добро, умели улыбаться. Акцию «Как просто быть добрым» воспитатели детского сада придумали недавно. Затягивать с воплощением идеи в жизнь не стали. Совместно с родителями дети рисовали стен газеты, писали друг другу рецепты счастья и комплименты, придумали концертную программу и приехали с ней в гости к детям, которые лишены тепла родительского дома. Ребята из детского дома тоже подготовили ответную программу. Малышня оценила детские песни в исполнении юной вокалистки Кристины Гусевой. Конечно, да, конечно, будь уверен, не гадай. По полям не ходит снежной. Кристине 16 лет, из них 5 она живет в детском доме. Родители девочки лишены прав на ее воспитание. Детский дом стал новой семьей. Воспитатели помогают девочке заниматься вокалом. И планы на будущее у Кристины серьезные. Каждое выступление, пусть и на маленькой сцене, и перед маленькими зрителями, их только укрепляет. Хочется дальше продвигаться. Мы разговаривали с Татьяной Евгеньевной, может, даже в музыкальную школу будем оформляться. И они милые, меня аж до слез завели. Я плакала, когда видела их. В каждом выступлении малышей – искренность и непосредственность. Кроме концертной программы, дошкольники привезли в детский дом подарки – одежду, игрушки и книги. Но самое главное – зарядили и детей, и взрослых хорошим настроением и верой в то, что добро – это действительно просто. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.